мех норки бывает разный. Есть обычный мех норки, также имеются импортные мех норки. В чем разница? Давайте разбираться. Поближе. Обычный мех норки. Здесь ось выше, чем подшерсток. Подшерсток менее, так сказать, густой, менее набитый. И импортные мех норки. Здесь ось и подшерсток на одном уровне. Вот здесь хорошо видно. Здесь мех прям плюшевый. В носке эти шубы будут практически одинаковые. Вот. По теплоте есть разница. Если здесь плотность меха самого подшерстка меньше, она будет менее теплая. Здесь же шубка, плотность меха, смотрите, плюшевая, более густой. Эта шубка будет теплее. А все почему? Когда выращивают зверька для подобных мероприятий, вот этот зверек прожил там 2-3 зимы, у него один подшерсток. А вот этот зверек, он прожил 5-6 зим. И кормили его очень вкусной жирной рыбкой. Поэтому подшерсток сформирован, и эта шубка будет гораздо теплее.